Кошмар. А вот этой эпидемии много умирало людей. Писали в газете. А кто болел, кто как. Ну, понятно. Спасибо, а что, у вас дома ничего нету покушать? Пока нет машины. Я говорю, покушать нет ничего дома у вас? Я бы где-нибудь села, сейчас упаду. Держитесь за палочки, держите. На завалинку. Помоги мне присесть. Подождите пару минут, подожди, сейчас машина приедет. Пару минут. Спасибо. Сейчас сядете. Спасибо, я падаю. Ноги держитесь, держитесь, пожалуйста. Ноги не держат. Ну тогда зачем вы идете в такую даль?